Из-за пандемии большинство мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества, прошли в онлайн-формате. Школы, детские сады и учреждения культуры подготовили и разместили на своих страницах интернет-сайтов и социальных сетях самые разные тематические мероприятия, посвященные празднику День Героев Отечества. Воспитанники детского сада номер 24 приняли активное участие во флешмобе рисунков «Герой России. Какой он?». Также были проведены онлайн-акции «Дорога героев, дорогой отцов. Россия помнит имена героев». Сельские дома культуры подготовили видеопрезентации, рассказывающие о земляках, героях Советского Союза и героях России. На сайте городского дома культуры можно было посмотреть концертные номера славянских артистов, исполнивших песни военно-патриотической тематики. Живая память нас ведет, далекий 45-й год, июльский день, и хмурым было небо. На касках дождь и на броне, но маршал Жуков на коне. Конец войне, парад победы. Ладонь застыла у виска, фронты всех родов войска. Сияют звезды на погонах, и многократное ура! И над колоннами парят войну прошедшие знамена. И победители идут. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».